Китайский Новый год, Чуньцзе, или праздник весны, является для жителей Китая самым важным событием. Поэтому мы поинтересовались, что о народе Поднебесной знают студенты нашего университета. А для этого мы задали три вопроса. С чем у вас ассоциируется Китай? Китай, больше всего людей, численность большая. Ну, это прежде всего, получается, ну, грязные еще города у них очень. Из-за того, что уголь, ну, на угле все топится. Но так, ну, не знаю, чем еще иероглифы. Самая первая экономика в мире, ну, преуспевающая, развивающаяся страна, коммунизм. С рисом, острой пищей, непонятным языком. Да вообще у них люди с нашими кардинально отличаются. Ну, весело, интересно, там очень круто. Китайский чай, мудрость, красота, все эти... Высокие здания с многочисленными ярусами крыш, ну, что-то так. Сотрудничество России и Китая сейчас. Вот. Как вы думаете, какая самая важная достопримечательность Китая? Великая китайская стена. Дракон. Наверное, у них какие-то храмы вот эти китайские у них. Ну, как по-другому их назвать, не знаю. Дракон. Его народ, 2 миллиарда человек, это как-никак очень много. И это является достопримечательностью. Скоро в Китае будут отмечать Новый год. Как вы думаете, чем он отличается от российского? Я считаю, что китайский Новый год, он более какой-то яркий и имеет больше такой фестивальный характер. Полно фейерверков и что-то вроде таких парадов каких-то устраивают там, когда большие драконы такие гуляют по улицам, все остальное. Драконами? Я не знаю. Ну, у них там своя вера, культура, религия. Больше фейерверков. Все, в принципе, то же самое, там эти драконы китайские, вот это вот все, как бы, там, я не знаю.